Всем привет! Данное видео о том, как переименовать папку пользователя в Windows 10. В моем случае это Максим, а переименовать я хочу, например, в Макс. Примечание. Если вы недостаточно хорошо владеете компьютером, я вам не рекомендую это делать. Приступим. Первый шаг. Делаем клик правой кнопкой мыши по меню «Пуск» и запускаем от имени администратора командную строку. Здесь вводим команду netuseradministrator/active-yes и нажимаем клавишу Enter. Примечание. Если у вас была операционная система изначально на другом языке, который вы впоследствии русифицировали, то слово «администратор» должно быть набрано на латинице. Итак, команда выполнена успешно. Теперь выходим из текущей учетной записи и заходим под той, которую мы только что активировали. Мы вошли под встроенную учетной записью администратор. Далее, второй шаг. Примечание. Если у вас профессиональная или корпоративная Windows 10, то выполняем все то, что я продемонстрирую в этом шаге. Если же вы, например, владелец Windows 10 домашней, то пропускаем его. Итак, делаем клик правой кнопкой мыши по меню «Пуск» и выбираем «Управление компьютером». Открываем локальные пользователи, далее пользователи. Делаем клик правой кнопкой мыши по имени пользователя, для которого мы будем менять название папки, и выбираем переименовать. Вносим изменения. Готово. Далее, третий шаг. Примечание. Данный шаг уже подходит как для Windows 10 профессиональной, корпоративной, так и домашней. Открываем диск C. Предположительно, на нем у вас установлена операционная система. Далее переходим в папку «Пользователи» и переименовываем в ней также соответствующую папку, как мы это делали в предыдущем шаге. Готово. Далее, четвертый шаг. Открываем поиск и вводим «RecEdit». Запускаем. Открылся редактор реестра. Заходим в HK Local Machine, Software, Microsoft. Windows NT, Current Version, Profile List. Находим в списке идентификаторов тот, который соответствует нашей учетной записи, для которой мы меняем имя папки. Дважды кликаем по значению и переименовываем. Примечание. Для Windows 10 профессиональной или корпоративной этих действий достаточно. Но если вы пропускали второй шаг, предположительно у вас Windows 10 домашняя, то вам необходимо выполнить обязательно следующие действия. Плюс, даже если у вас профессиональная или корпоративная Windows 10, можете для перестраховки выполнить данное действие. Выделяем самый верхний пункт редактора реестра. В меню нажимаем «Правка», «Найти». Вводим в поиск c:// /users/ и старое имя папки пользователя. Ищем. Если поиск выдаст результат, то в тех местах переименовываем старое имя папки на новое.
После того, как вы это сделали, в меню нажимаем «Правка», «Найти далее», либо просто клавишу F3. Таким образом продолжаем искать и переименовывать. Это действие требуется выполнять до тех пор, пока поиск не перестанет выдавать результат. Готово. Выходим из подотчетной записи администратор и деактивируем ее обратно. Для этого заходим уже под нашей учетной записью. Запускаем командная строка администратор и вводим net user administrator slash active двоеточие no. Выполняем. Все верно, папка переименована, никаких проблем не возникло. Все будет работать так же, как и работало до всех этих манипуляций, которые мы совершили в данном видео. Спасибо за внимание.